Значит, вы на меня не обиделись? Мне не на что обижаться. Твой поцелуй был робким и таким нежным. Я его никогда не забуду. Я могу поговорить с Хуаном? Его не дома. Простите, что побеспокоила. Извините меня. Чинита, ну зачем ты так говоришь? Я тебе не Чинита. И не любимая. Учти, не порвешь со своей недотрогой, меня потеряешь. Я пришел поговорить. Вы... Я старшая сестра Солидат. Я требую, чтобы вы оставили Солидат в покое. Америка Продукционес представляет. Производство Хосе Энрике Крусильята. Солидат. В главных ролях Караима Торрес, Гильермо Перес, Лупита Феррер. По роману Делии Фьяльо. Сценарий Марицы Киршхаусен и Луиса Филиппа Альварадо. В ролях Мария Кристина Лосада, Хавьера Чеварие, Серхио Гальяни, Мария Анхелика Вега, Хулиан Легаспи и другие. Pero yo la quiero así, distinta, porque es sincera. Es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así, distinta, porque es sincera. Es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Compositor Jorge Tafur. Sabiendo ni a dónde va, qué feliz vive mi soledad. Operator Rafael Ruiz. Ay, mi soledad. Режиссер Луис Альберто Ламата. Исполнительный продюсер Малу Крусильят. Сеньора, учтите, я настроена весьма решительно. И не пытайтесь спорить со мной, все равно не получится. Разговор будет нелегким. Я готов? Я пришла узнать, насколько далеко зашел у вас роман с моей сестрой. Удивительно, что вы задаете этот вопрос. Солидат мне не скажет. Но я тем более вам не скажу. Разрешите? Сеньор Оливарес, простите за беспокойство, но сеньор Игнасио просил вас подписать бумаги. Обязательно сейчас? Я вижу, что вы заняты, но дело срочное. Сеньор Игнасио торопит. Простите, одну минуту. Игнасио, то у него совещание, то подписи. Просто неугомонный какой-то. Я ни в коем случае не хочу совать свой нос в вашу жизнь, но я живу здесь много лет и не могу оставаться ко всему безучастной. Я всех вас люблю, и ваши дела меня очень тревожат. Особенно поведение сеньоры Сусанны. А Лаура, сеньора Лаура, все время исчезает из дому. В магазин, в клуб, на прогулку или еще куда-то. Да, Лурес, не беспокойся. Лаура хочет привлечь внимание Хорхе, вот и все. Мальчик просто понравился моей сестре. Ну и хорошо. Он служит ей эмоциональным громоотводом. Они общаются, болтают, шутят, смеются. Не больше. Да. Но сеньора Лаура этому мальчику в матери годится. Долорес, они просто друзья. Причем здесь возраст? Сама подумай. Знаешь, я хотел тебе сказать...
Venga. Вот. Спасибо, не надо. Как я объясню моей маме, откуда я взял телефон? Значит, когда мне станет плохо, и ты мне будешь нужен, ты ко мне не придешь? Приду, конечно. Тогда держи. Ради меня. Я обещаю тебя не заставлять. Слушай, Хуан, перестань дуться. Ничего не произошло. И я не толкаю тебя на преступление. Все? Друзья? Но... Без «но». Обещай мне, а я честно обещаю, никогда больше не ставить тебя в дурацкое положение. Ну, если хочешь, я даже звонить не буду. Нет. Нет. Звони. Значит, друзья? Друзья. Счастливо, сеньора. Игнасио лопнет от жадности, когда увидит новый бюджет. Честно говоря, мы перегнули палку. Нужно в чем-то сэкономить. Чем лучше продукция, тем больше траты. Это закон. Что будем делать? Ничего. Ждать, когда узнает Игнасио. И все. Кстати, мне совсем не по душе философия Мигеля Анхеля. Если вечно откладывать неприятные решения на потом, это не решит проблемы. Вот, угощайся. Подсластим пилюлю, которую получим от Игнасио, потому что пилюля будет горькой. Ты не слушаешь, я же серьезно. Знаешь, детка, в чем твоя беда? Ты все воспринимаешь слишком серьезно. Так нельзя. Ты живешь только будущим. А нужно жить настоящим. Минутку. А что я делаю? Я живу любовью к Мигелю Анхелю. Но я все равно тревожусь. За семью, за сестру. Ты совсем не знаешь Антонию. Ты не знаешь, на что она способна. Она поняла, что я лгу. И? Что значит «и»? У нее такой взрывной характер. Никогда не знаешь, что она может сделать. Ради меня она пойдет на все. Я хочу, чтобы вы оставили мою сестру. Господи, вы женатый человек. Зачем она вам? Что вы ей дадите? Видите ли... Антония. Антония, мои чувства к вашей сестре искренни, поверьте. Я люблю ее. Это для меня непростая интрижка. А что я ей смогу дать? Только свою любовь. По-вашему, этого достаточно? Вы же не разведетесь. Не знаю. Никогда. Но мы еще посмотрим. Лучшее, что вы сможете сделать, это положить конец вашему роману. Ничего непоправимого для вас обоих не случится, и моя сестра в конце концов одумается. Она достойная девушка. Она честная. Перестаньте видеться с ней, прошу вас. Мы нашли ей другую работу. И ваша жена может догадаться. Она же не слепая. Она устроит скандал. Увольте, Солидат. Прошу вас, увольте. Не понимаю, о чем вы говорите. Сначала ей будет больно, но потом пройдет. Видите ли... Не будьте эгоистом, прошу вас. Что вы сможете ей дать? Страдания и позор. Вы унижаете ее. Вас часто видят вместе. Пойдут разговоры, сплетни. Пока этого не произошло, оставьте ее. Прошу вас, оставьте. Вы что, просите уволить Солидат? Если вы ее любите, сделайте это, пожалуйста. Будьте честны и с ней, и с вашей женой. Увольте ее, ради бога, увольте ее, прошу вас. Антония, а ты откуда? Soledad es tan tierna como la amapola.
Pero yo la quiero así, distinta, porque es sincera. Антония, что это значит? Я пришла защитить тебя, Соледад. Я пришла требовать оставить тебя. У тебя нет никакого права вмешиваться в мою личную жизнь. Есть. Я твоя сестра, и я люблю тебя. Мигель Анхель, прости, я не знала. Ничего страшного, мы просто немного поговорили по душам. Ты не мог бы на несколько минут оставить нас? Пожалуйста. Разумеется. До свидания, Антония. Я буду у Фика. Слушай, что я тебе скажу. Это последний раз, когда ты лезешь в мою жизнь. У тебя нет права решать за меня. Понимаешь меня? Но кто же поможет тебе, если не я? Одумайся. Вернись к Диего. Выйди за него замуж. Он ждет тебя. Он тебя уважает. Не калечь свою жизнь, Соледад. Брось этого человека. Пожалуйста. Это моя жизнь, Антония. Только моя. И мне решать, калечить ее или нет. Я не нуждаюсь ни в советах, ни в подсказках. Не горячись, Соледад. Ты совершаешь ошибку. Это мои ошибки. Хочу и совершаю. Не твое дело. Я так волнуюсь за тебя, сестренка. Одумайся, прошу тебя. Ты всегда была такой скромной. Не как некоторые. Ты не такая, как другие. Ты хорошо воспитана, образована. Ты леди. Да, да. Хорошо, я скажу тебе правду. Постарайся понять. У меня роман с Мигелем Анхелем. Давно. Понимаешь? Я люблю его. Я с ним счастлива. Я отдалась ему. И ни о чем не жалею. Они уже не дети, Альма, понимаешь? Вспомни, что и Дева Мария отпустила своего сына на муки за грехи наши. Что поделать? Дети уходят от нас. Это неизбежно. Ну и примеры у вас. А я все равно волнуюсь за своих детей и буду волноваться. Им нужен материнский совет. Мы живем в таком опасном мире, полном зла и обмана. Что делать? Защитить их, отец. Они уже большие. Подержи-ка мои цветы, пожалуйста. Наступил момент, когда уже не ты, а твои дети должны защищать тебя. Ты уже слабее их. Что вы, они такие неразумные. Ох, Альма, Альма. Я же тебе всегда говорил, что Соледад из хорошей семьи. Она воспитана, образована. Она не как эти с улицы. Я знаю. Береги ее. Ты знаешь, что я ее люблю. Защищай и не делай ей зла, Фико. Об этом тебе нужно было подумать немного раньше. А теперь поздно. Ты уже взял на себя большую ответственность за судьбу этой девушки. От ответственности я не отказываюсь. Я так и сказал ее сестре. Она пыталась уговорить меня уволить Соледад с работы. Довольно-таки странное пожелание. С моей точки зрения, Соледад не легче, чем тебе, она в смятении. С одной стороны ты, с другой семья, родственники. Бедная девочка. Если ты любишь ее, тогда ты должен постараться помочь ей. Что это такое, Фико? Видеокассета. Вчера я получил копию рекламы, которая утверждала наша Соледад. И что тебя не устраивает? Все. Весь бюджет летит к черту. Ты в курсе, сколько это будет стоить? Игнасио, только не горячись. Соледад все просчитала. Затраты окупятся. Нельзя доверять судьбу рекламной кампании девчонке. Она очень способный человек. Судьбу всей корпорации. Это преступно, недопустимо. Остынь, Игнасио, не такие уж большие траты. Да? Я читал отчет. У кого самый большой расход? Сказать тебе? У Соледад. Не обращай внимания. На него действуют магнитные бури. Что?
Что? Особенно, когда Игнасио делает бюджет. Ладно, Фика, найдешь меня в офисе. Стой, стой. Солидат тебя сама найдет. Проводит сестру и позвонит. Не стоит им сейчас мешать. Сначала я не понимала, что со мной. Не понимала, почему все во мне дрожит, когда я вижу его. Почему, когда мы вместе, весь мир перестает существовать для меня. Только он, его взгляд, его голос, его губы, его тело. Я отдалась ему, Антония. Я отдалась ему и душой, и телом. Он вел себя деликатно, он не настаивал. Я сама пошла на это, чтобы проверить силу любви. Зато теперь я знаю, что такое быть любимой женщиной. Я отдалась ему и ни о чем не жалею. Я люблю его. Я его женщина и буду его женщиной, потому что это счастье. Потому что лучше, выше, чище этого нет ничего на свете. Любить и быть любимой — вот судьба, которую я желаю всем женщинам в мире. И себе тоже. А мама? Ты о ней подумала? Подумала. Каждый день, Антония, я думаю о маме, о тебе, о Фатиме, о Хуане. Каждый день. А вы подумали, что я люблю его и хочу быть только с ним, только с ним? Оказывается, я тебя совсем не знала. Как ты изменилась. Он настроил тебя против нас, против семьи. Нет. Нет, Антония, неправда. Думаешь, я не страдаю? Думаешь, мне сейчас легко? Думаешь, легко жить во лжи? Антония, каждый день, когда я прихожу домой, я вижу маму и лгу ей. Я ненавижу ложь и лгу каждый день. Такой ценой я плачу за свое счастье. Но счастье не может длиться вечно, Солидат. Он женатый человек. Я это знаю. Ты хочешь повторить судьбу Чару? Быть любовницей женатого человека? А если будет ребенок? Нет. Об этом я позабочусь, Антония. И о своем будущем ты тоже позаботишься? Если его жена все узнает, если она потребует бросить тебя. Мигель Анхель не даст меня в обиду. Нет, Солидат. Это самообман. Если бы он хотел, он бы уже давно с ней развелся. Разве не так? Он явно не хочет разводиться. Просто не хочет. И ты это прекрасно понимаешь. Soledad es tan tierna como la amapola. Soledad es tan bella como una paloma. Привет. Привет. Хорошо, что ты дома. Мне нужно в клинику, но ты проходи. Лео нет дома. А я не к Лео. Я к тебе. Я волнуюсь за тебя. Ты переживаешь из-за Солидат. С ней вы разошлись, но мы-то с тобой друзья, да? Конечно, малыш. Я уже не малыш. Ладно, ладно. Кстати, ты же меня не поцеловал. Да, конечно. Совсем забыл. Теперь я тебя поцелую. И что? Ох, Диего. Ты, наверное, страдаешь из-за сестры. Нет, все прошло, Фатима. Хочешь сока? Нет. Я пришла проведать тебя и успокоить. Ну, тогда. Успокаивай. Ох, Диего, мне тебя так жаль. Но что ей нужно?
Умный, красивый, как кинозвезда, как сказочный принц. Спасибо. Неужели это ты про меня? Прекрасный врач, большой человек. Где она найдет другого такого же? Нигде. Не знаю, малыш. Может быть. Ты кольцо ей подарил и свадьбу назначил. Может, она хочет остаться старой девой? Почему бы нет? Мне было так обидно за тебя. Ты больше других достоин любви. Ты достоин счастья. Я верю в это. Поэтому я и пришла к тебе. Я хотела выразить тебе соболезнования. Привет, малыш. Ты пришла с Альмой? Нет, я одна. Как одна? А ну иди домой. Лео, что с тобой? Но... Совсем уже распустилась. Я все объясню. Ты что, с цепи сорвался? Что она ему объяснит? Он как взбесился. Вот так за добро человеку платят злом. Ревнивый болван. Идем, идем. Идем, я тебе говорю. Расскажешь мне, что ты у него делала? Я же сказала, зашла проведать. Одна к мужчине. Ты что, ослеп, что ли? Мама пошла к отцу Суавину, а я решила... Утешить его, за руку подержать. Я все видел. А как утешать людей с 3 метров? Не нужно никого утешать, утешь лучше меня. Тебя невеста не бросила. Пока не бросила. Но с таким поведением тебя жених может бросить. Ясно? Вот как? Для свадьбы уже все готово, а ты хочешь бросить меня? Так и скажи. Веди себя как приличная девушка. Тогда не брошу. Вот как ты запел. Я веду себя неприлично? По-твоему, утешать человека это неприлично? Поговорим на чистоту. Почему вы расстались? Думаю, она не любила меня, отец. Чушь. Вы давно были обручены и вдруг не любила. Ну, значит, потом поняла, что не любит. Нет, сын, здесь что-то другое. У вас была любовь с детских лет, вспомни сам. Чувства не меняются в одночасье, так не бывает. Знаешь, я хочу поговорить с Солидат. Пусть она сама объяснит. Не стоит, отец. Тогда ты объясни. Диего, я тебе не только отец, я друг. Скажи мне как другу, что случилось. Я уже сказал. Солидат не любит меня. Я сказала, что люблю тебя и не расстанусь с тобой. Я ей все рассказала. Все рассказала про нас с тобой. У меня внутри вдруг родилось так много разных слов. И я начала выговаривать их, выкрикивать. Странно. Как странно. И что сказала сестра? Поверила? Сначала она возражала, потом расплакалась. Но в какой-то миг я поняла, что она мне сочувствует. Ты не представляешь, как мне нужно, чтобы хотя бы родная сестра была на моей стороне. Солидат, как бы я хотел избавить тебя от этих страданий. Я не страдаю. Поверь, я не страдаю. Но упреки сестры меня все-таки задели. Все равно, впервые в жизни я говорила с родным человеком о тебе. Понимаешь? Впервые в жизни я смогла сказать... правду о своих чувствах. Без обмана. Без маски невинной девочки, которую я надеваю каждый день, когда прихожу с работы домой. Знаешь, скоро ты сбросишь эту маску. Ты сможешь честно смотреть людям в глаза. Ты сможешь всем рассказать о своем счастье. Скорее бы. Так и будет, Солидат. Так и будет. Дай только время. 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 Сколько времени?
Пока не знаю. Не все так просто, ты же понимаешь. Не все. Знаешь, что сказала моя сестра? Что скоро тебе придется выбирать между нами. И ты бросишь меня и останешься с женой. Прошу тебя. Верь мне, Солидат. Верь мне. Я думаю, вдруг так и будет. Вдруг Антония права, и ты уйдешь. Я боюсь, Мигель Анхель. Ну не надо, не плачь. Не плачь. Сиди здесь. И встречаться мы будем дома. А на улицу будешь выходить только со мной. И никаких походов к чужим мужчинам. Ясно? Но Диего твой брат. Я сказал, никаких мужчин. Никаких. Я теперь что, под арестом? Тебе полезно будет. Вот ты какой, Лео. Ты не веришь в мою любовь. Ты жестокий. Ты ведешь себя как деспот. Не повышай голос, ясно? Я кричу от обиды, от бессилия. Я все-таки тебе не кукла, а человек. И мне очень больно. А теперь уходи. Ты меня выгоняешь? Нет. Но я не хочу, чтобы мама застала нас одних. Ладно, завтра я приду, и мы поговорим. О чем? Ты уже все сказал. Ты устроил истерику. Из-за того, что я пришла к Диего. Так что, если хочешь видеть меня, если хочешь со мной встречаться, смени тон, Лео, я не уличная женщина. Да? Обываясь, похожа на уличную. Все, я ухожу, ты еще пожалеешь. Слезы? Да, ты как будто недавно плакал. Нет, что ты, это раздражение. Дым в глаза попал. Ясно. А побледнел ты, Хуан, наверное, тоже от дыма. Дым же такой белый. Что ты хочешь сказать? Что я испугался его приглашения? Не знаю. Речь-то все-таки пойдет о его жене. Мне нечего от него скрывать. Иди, он ждет. Он велел впустить тебя, как только ты придешь. Вот так. Все. Хватит мне голову морочить. Верни кредит. Я президент крупнейшего банка в стране. Я быстро решу этот вопрос без всяких там адвокатов. Если не отдашь долг, даже не пытайся от меня спрятаться, понял? Я тебя найду. Что нужно? Сеньор, это я. Марибель сказала, что вы вызывали меня. Ах, да. Давай. Садись. Значит так. Вопрос деликатный. Черт, все приходится решать самому. Голова кругом идет. Я знаю, что ты, Лаура... Сеньор, клянусь вам, не перебивай. Я знаю, что ты устраиваешь Лауру. Она хорошо отзывалась о тебе. Говорила, что ты человек надежный и скромный. Я прошу понять меня правильно. Да-да, я редко бываю дома. А у моей жены очень непростой характер. Мне не нужны лишние проблемы. Поэтому я хочу, чтобы ты иногда выполнял кое-какие ее поручения. Конечно, сеньор, все, что вам будет угодно, нет проблем. Я верю тебе, мальчик. Ты должен проявить максимум деликатности и такта. Она капризна, но в душе хороший человек. И вот еще. Если она вдруг злоупотребит моим доверием, дай мне знать. Все вопросы я решаю быстро. Ясно? Да, сеньор. Простите, сеньор Салазар. Проходи, я давно жду. Я подожду. Нет. Мы уже переговорили.
Приступим? Давай. Я рассчитываю на тебя. Конечно, сеньор. Опять дыма наглотался? Меня тошнит. Только не здесь, только не здесь. Иди на улицу. С каждым днем все дороже и дороже. Просто грабеж на большой дороге. А ты не покупай, никто не заставляет. Пойди поищи, где дешевле. Вот и пойду, и найду. А ты разоришься. Вот так. Смотрите, кто пришел. Бесстыдница, нахалка. Вы только полюбуйтесь на нее. Как тебя только земля до сих пор носит. Только и думает, как Букову мужа поудачнее отбить. Опять на охоту вышла. Убирайся отсюда, чтобы духу твоего здесь не было. И много счастья ты себе нажила, уводя чужих мужей. Не похоже. Что молчишь? Сокоро, как тебе не стыдно? Зачем ты так лжешь? Я никогда никому не причинила зла. Ты просто шлюха. Это же всем известно. Убирайся отсюда, бесстыжая! Убирайся! Я лгу? Нет, Ева Родригес, это твоя жизнь, сплошная ложь. Я тебя отомщу. Беспутная! Прочь! Иду, иду, Ева. Минутку. Привет. А ты зачем явился? Соскучился по тебе, детка. Ох, Лео, отстань. Я убегаю на работу. Я по тебе изголодался. Это твои проблемы. Не будь так жестока. У меня сегодня трудный день. Поэтому, дорогая, ты мне не откажешь. Rechazado su corazón, burlando la promesa que me hizo ante Dios de cuidarme y amarme. Yo la quiero así distinta porque es sincera. Y нужны тебе эти скандалы. На меня что-то нашло, Альма. Ты дождешься, что в один прекрасный день она просто возьмет тебя и отлупит. Пусть попробует. Пусть вообще убирается прочь из нашего квартала. Я эту гадюку отсюда выживу. Тише, тише. Раскричалась. Тут Фатима. Ей сегодня не здоровится. О, боже. Может, поссорилась с Лео? Ну что ты? При чем здесь Лео? Кстати, давно пора бы им уже пожениться. Ох, Альма. Я ее как увидела. Я прямо вся затряслась от гнева. Надо же, бесстыжая. И не стыдно ей на улицу выходить. Ну, хватит уже, успокойся. Я все не могу забыть слова Аурелио, когда он напился. Про ребенка от нее, от бесстыжей шлюхи. Ох, Альма. Я умру, если это все правда про ребенка. Я умру. Ох ты, бедная. Кривенье, это был такой ужас. Сокора просто зашлась от злобы. На весь квартал кричала. Не знаю, хоть в магазины не ходи, боюсь ее встретить. Ты не перегибай палку. Но что нужно этой старой ведьме? Она так меня оскорбляла. А я молчу. Я не могу сказать ей правды. Знаешь что? Ты в следующий раз схвати ее за космы и встряхни хорошенько. Сразу скандалить расхочется. Я не могу, Кривенье. Есть одна тайна. Я должна хранить ее. Вот красавчик. И призы берет, и производитель прекрасный. Я тут недавно кобылку молодую прикупил, ему под стать. Мощную, статную, скоростную.
Он сам не свой, как о лошадях речь заходит. Моя единственная отдушина. Это мой, позвольте выразиться, прекрасный порок. Верно, бывают пороки и похуже. Я хочу, чтобы ты тоже полюбил лошадей. Ведь скоро ты войдешь в мою семью. Знаете, мы с Даниэлой поссорились. Я ее целую неделю не видел. Ну, не беда, стерпится, слюбится. Ты запомни, женщины как жеребцы. Точнее, как кобылы. Нервные, взбалмошные. Как с этим бороться? Шпоры в бок и удила натянуть покрепче. И плетку, конечно, не забудь. Тоже из Даниэлы. Покажи, кто хозяин, и пускай ее нужным аллюром. Мне пока трудно сравнивать Даниэлу с кобылой. Я серьезно. Пусть Даниэла сама решает, как ей жить дальше. Выходить замуж или нет. Чепуха, дружище, Даниэла избалованный ребенок. Что она знает о жизни? Замужество все исправит. И еще одно правило. Женщину делает мужчина. Слышал. Это было раньше. Сейчас все намного сложнее. Теперь шпоры не помогут. Ерунда. Твердая рука, твердость характера — вот что требуется от мужчины. Если он, конечно, мужчина. Правда, и тут есть один маленький секрет. Никогда не говори «женщине нет». И никогда не слушай ее. Взять хотя бы Лауру. Характер куда уж сквернее. А жена идеальная, любящая, мягкая. Она любит меня и счастлива со мной. Ах, зятек, если бы ты знал. Банкир, владыка империи, всеми командует, включая жену. Тут, правда, его ждет разочарование. Если моя сестра закрутит роман с этим мальчишкой, я буду рада. Знал бы ты, как Хорхе с ней обходится. Поделом ему. Делай, что хочешь, но жена — это святое. Зато я свободная женщина. Я могу обольстить мужчину, насладиться им, а если надоест, пошел вон, прощай. Вот как? Да, это моя тайная формула счастья. Подожди-ка. Даю тебе 5 секунд раздеться, лечь и исправить сказанное. Ты знаешь как. Эй, а ты кто такой, чтобы так говорить? Не 5 секунд, а больше. Это раз. 2. Ты что, купил меня? И еще. Не смотри, что я женщина. Я посильнее многих мужчин. Скажи, что ты хочешь меня. Что я могу делать все, что захочу. Нет, ни за что. 1. 2. Не могу жить без тебя. Мигель Анхель. А вдруг это когда-нибудь кончится? Нет, любовь не кончится, Соледад. А если узнают? Никто никогда не узнает. Ты обманываешь себя. Твоя жена тебя подозревает. Не думай об этом. Думай о любви. Твоя жена потребует, чтобы ты бросил меня. Она все расскажет моей маме, и мама заставит меня уйти с работы. И тогда мы с тобой никогда не сможем быть вместе. И твоя жена будет права. Ведь ты все-таки принадлежишь ей по закону. А разводиться ты не собираешься. Ты все-таки привязан к ней. Ты все говоришь, все думаешь, задаешь так много вопросов. Потому что я хочу знать, какое будущее меня ждет. Потому что я боюсь. Невозможно заглянуть в будущее, Соледад. Жизнь — это не компьютерная программа. А завтра? Что будет завтра? Не думай о завтра. Завтра мы, может быть, все умрем. Думай о сегодня. Живи сегодняшним днем, этим днем. Начав думать о последствиях, легко пройти мимо своего самого большого счастья. Подумал, испугался, не сделал шаг, а потом казнишь себя всю жизнь. Почему?
Почему я не любил, почему не жил? Живи сегодня. И если любишь, люби. Es tan bella como una paloma. Тереса сказала, что ты заходила. К сожалению, я уехал на фабрику. Как дела? Прекрасно. В понедельник собеседование. Ты все-таки настаиваешь на этом. Ты будешь рано вставать, уходить на работу. А утренний поцелуй? Ничего. Придется вам немного потерпеть, сеньор муж. На работу опаздывать никому нельзя, ты же знаешь. А целоваться можешь после 5. Или, если хочешь, в обед. Ну, а как ты будешь вставать? Ты же такая Соня. Придется немножко изменить режим. Думаешь, это так легко? Это, кстати, вредно. Эмилио, мы все это уже обсудили. Я не могу всю жизнь сидеть в заперти. Я же тебе не канарейка в клетке. Значит, и завтракать мне теперь придется в одиночестве. Почему? Вместе с отцом. Это все-таки не то. Я же не буду гладить папины ноги под столом и целовать его в шейку. Оставь это на ночь. Подожди-ка секундочку. Какого цвета будет мебель? Какая мебель? Мебель, дорогая, в детскую. Первая мебель нашего сына. Я уже сделал заказ. Осталось согласовать расцветку. Выбирай. Я доверяю твоему вкусу. Да, конечно. Ты же... продолжаешь лечение, дорогая? Ну да, пью таблетки. Я не хочу настаивать, но... это единственный путь забыть наше горе. Ты ничего не чувствуешь? Нет. Какой ты нетерпеливый. Ты забыл, что сказал Диего? Нет, дорогая, я ничего не забыл. Тогда хватит об этом. В браке есть вещи поважнее детей. Или ты не согласен? Но, Антония, ты же хочешь ребенка. Да, но я не хочу с утра до вечера обсуждать это. Ты стал просто навязчивым. Но, Антония... я человек, а не машина по производству потомства. Эй! Извини. В чем дело? Вы поссорились с утра пораньше? Да, папа. Ты прав. Бывает. Верно? Бывает. Легкое облачко, да? Я была в банке, его там нет. О, Господи. Наверное, он больше не хочет видеть меня. Дай ему немного свободы. Он еще мальчик. Дай ему привыкнуть к тебе. И к твоей любви. Он такой робкий, стыдливый. Не знаю. Мне кажется, он еще не был с женщиной. Он девственник. Ничего смешного нет. Я не смеюсь, дорогая. Но неужели ты веришь, что в наше время такое возможно? Честно говоря, интересно соблазнить мальчика, да? У меня нет такого опыта. Я не давала уроки.
Я считаю, Лаура, что тебе повезло. Ты сама обучишь его всему, чего ты хочешь и как хочешь. Он станет идеальным любовником. Нет, Сусанна, в твоих устах это звучит так пошло. Можно подумать, ты паинька. Дело не в этом. Я пока даже не знаю, хочу я интимной близости с ним или нет. А вдруг между нами возникнет что-то серьезное? Больше, чем просто увлечение. Тогда я не хочу торопиться, чтобы не опошлить большое чувство. Ах, какое тонкое наслаждение сидеть в компании скучного мужа и думать о мальчике, который любит тебя. Мое мнение. Переспи с тетей и не бойся. Ты не понимаешь, мои чувства к ней совсем другие. Хватит соплей. Надеюсь, ты не влюбился в старуху. Богатая любовница, это же классно. Не бойся. Все тихо. Вокруг никого нет. И все же, нельзя так рисковать. Мы слишком близко от моего дома. Соледад, я же не могу отпустить тебя одну в такое время. Вспомни лучше, как мы с тобой провели этот день. Как нам было хорошо. Конечно. Но мне пора. Пока. Соледад. Что? Подожди. Что-то забыл? Поцелуй. Нет. Только не здесь. Нас могут увидеть. Фильм озвучен компанией Intercommunications. 2002 год. Que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa. Ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. Lava, cose, llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así, distinta, porque es sincera, es natural.